Всем привет! Сегодня будет странное видео, наверное, потому что я хочу показать, как я качаюсь. Вы скажете, в принципе, что такого? Ну, стоит чар на автобое, качается, это во всех версиях так. Ну, если бы это было бы так, то я бы уже давно был больше 86 уровня. На данный момент вот на видео я 86 уровня. Мне как-то днем оставалось 5%, я думаю, айда докачаю. И, собственно, мой кач выглядит вот так, потому что у меня есть один мой лучший друг, который преследует меня, навязчивая идея, в любое время всегда он рядом со мной. Ну, это приятно на самом деле. Собственно, Дестер у меня нажал БСОЕ, после у меня юзает свиток в ПХ. Это у меня так макрос работает, я его потом покажу, расскажу, почему именно вот так вот. И после того, как он в КХ улетает, небольшой прогруз по времени, и идет переключение всех окон, и окна нажимают макросы на баф. Я использую мышку X7, чтобы нажимать F1, F2, F3. И клавиатуру тоже макросную G800V, она же тоже X7 в народе. Это позволяет мне два активных макроса. У меня вообще есть еще мышка с ноута, которая позволяет три макроса активных поддерживать. Ну, сейчас мне это не надо, поэтому... Вот, собственно, Дестер засрал лимиты, заюзав их в городе. Красава, горжусь с тобой. Почему бы под зилом не постоять в городе? Ну, и после этого отрабатывает макрос с клавы, и он улетает. Качался я на третьем тое, ребята были в комнате, но мы, в принципе, не особо пересекались. Немножко перемотаю. Остается мне 0,1% до... 87-го, и хочу его апнуть очень сильно. В принципе, по киллрейту не все так плохо. Визуально даже плюс-минус убиваю так же, как ребята. С учетом того, что я спамлю просто Armor Crush, который ПДФ режет, а ребята используют тира. Минус в таком каче то, что у меня расход в месяц порядка 10 коробок, если 24 на 7 так стоять. Опять же, плюс за мной летают, я не могу стоять на АФК, и у меня нет саппортов, которые у меня стояли до этого, Шилка и Тир, в ассист кидали Стигму и ранжовый хек. Но это лучше, чем ничего, и, собственно, 87-й хочется апнуть. Пока, в принципе, ничего не мешает. Под зилом прям вообще норм. Немного перемотал, там еще меньше остается. И, собственно, через пару минут буквально прилетает бордюган. Видео без нарезки реально заняло минут 8-10. То есть, ну, внимание всегда приятно. Я юзаю целку, как видите. То есть я урона не получаю. Получил ее с коллекции мификов последних. Ну, трансформ. Руками нажимаю просто это все. И улетаю обратно в КХ, потому что у меня как раз спадает котик и ков, и заодно ребафнуться. Драться не хочется, хочется просто добить левел и пойти зачилиться, там квестики поделать. Собственно, почему юзаю БСОЕ? Потому что если юзать сразу свиток в КХ, то он долго кастуется, мобы могут его сбить, макрос оборвется, и ты 10 минут будешь без бафа просто ковырять. Повторяю то же самое, только поменял свиток ТП на первый той. На первом той киллрейт выше, мобы еще более ватные. На самом деле, мне кажется, первый той даже по профи не будет. И пошел опять фармить. Опять же, когда КК вылетает, то там вообще просто... Так, макрос у меня выглядит вот так. Использую 7+ Taskbark Tweaker, который позволяет разбить окна и переключать их с помощью комбинации Windows 1, Windows 2. Видно, что я переключаю Windows 1, Windows 2, Windows 3 и так далее. Нажимаю F1 и переключаю так в следующие окна. Потом возвращаюсь вот к первому окну. Тут тайминги я выставлял криво, потому что я их подгонял под себя. Нажимается F10, это телепорт на локацию. Прогрузка вот небольшая, опять тайминги выставлял. Нажимается кнопка Z, это включение автобоя. И
после автобоя пауза 9 минут чисто пофармить, потом чар улетает, все это повторяется по кругу, и вот так вот выглядит мой фарм. Ну как фарм, кач, я бы сказал. Каждому желаю это прочувствовать, приятненько. Здесь я ставлю цитату Данила Бардюгана о том, что он готов ливнуть с классика, если я буду только 30 дней постить о том, что как я был неправ и я раскаиваюсь. Но раскаивание и того, что я был неправ, я не считаю, что так было. Поэтому продолжим играть в таком же духе. Очень увлекательная игра, мне нравится. Остается совсем немного до уровня. Должен уже прибежать мой друг, почему-то его нет. Докачал уже. Нормально, когда пушка льда еще прокает, прям нормально так ДПС вырастает. А, вот мой друг, кстати. Буквально пару минут прошло, даже меньше. Просто сразу улетаю и просто полечу на третий добивать. При этом макрос работает, если что, у меня чар нажмет босой, как время будет подходить, и опять улетит до бафа. Ускорю немножко. Кстати, знаете, почему не буду извиняться? Пацаны не извиняются. Ну вот я и апнул, 87-й, плюс один стат, немножко скиллов проучу. Вот такой вот у меня веселый кач, поэтому спасибо за просмотр, надеюсь, вы прочувствовали весь кайф от игры в Legacy. Подписывайтесь на мою телегу, там все такое интересное, всем пока.